Узнала о школе в июне, прошла обновленную ступень, участвовала в Сангая, прошла Сангая. Понимаю, что практиковать надо длительно, хочется все сразу, не получается. Пожалуйста, как лучше практиковать, исходя из этого набора кодов мантр? Один раз в день утром выбирайте 30 или час и читайте там одну мантру и там 5 кодов. На что сделать акцент, чтобы получить большую прибыль предпринимательской деятельности? Есть очень хорошее Сангая 72-е, вот его практикуйте.